Сегодня ты узнаешь все самое главное, что было на стриме разработчиков. Подписывайся и приятного тебе просмотра. Genshin Drop. Самый лучший сайт с прямодемами и лунами. Все выводы происходят через CUDA Shop. Официального партнера Genshin. С тебя UID. С них прямодемы. Выводы моментальные. Ни одного случая бана или списания, а также постоянные раздачи, где победить может абсолютно каждый. Сам пользуйся. Ссылочка где? В описании. Как ты знаешь, 27 сентября у нас выходит обновление 4.1. И именно в этот день нам также пришлют 600 прямодемов. Это у нас компенсация за баги и всякие ошибки в игре. Она придет на почту. Из официальных баннеров, как я и говорил, нас ждет Невлет и Хутао. А во второй Ризли ивенте. Также добавили 2 новых сложных босса, которых тебе предстоит пройти. И за всю зачистку нового кусочка карты можно будет получить 15 круток. Ну а промокоды, как обычно, ты можешь найти в моем телеграм-канале. Прямо на стриме они были выложены, и люди уже ввели и получили свои прямодемы. А еще там проходит конкурс на луны, результат которого уже завтра. Так что торопись, ведь участников мало, а победить может абсолютно каждый. Третья годовщина Геншина состоится уже 28 сентября. И сегодня на стриме анонсировали официальные награды, которые мы сможем получить. Первая из них – это награда, где ты будешь заходить 7 дней подряд и получишь за это 10 ивентовых круток. Согласись, неплохо. А во-вторых, будет раздача 1600 прямодемов по 400 прямодемов в каждом письме. Всего будет 4 таких письма, и заодно ты получишь 400 прямодемов и так далее, дойдет до 1600. Также нам дадут эксклюзивного питомца-осьминожку, а главным ивентом будет выступать фестиваль поэзии. За этот ивент, он будет, сразу скажу, немного сложноватый, ты получишь 1000 прямодемов и бесплатный катализатор. Согласись, неплохие такие награды. А еще также будут ивенты, которые ты сейчас видишь на экране. Более подробно я расскажу в следующих видео. Подписывайся на канал и жми на колокольчик.